Выставка под названием «Свой взгляд» в галерее «Классика» объединила фотоработы пяти ивановских авторов. Это снимки как опытных фотокоров Владимира Егорова, Евгения Горностаева, Владимира Кораблева, которые много лет посвятили искусству фотографии, так и молодых авторов Дмитрия Рыжакова и Марии Сибиряковой. Организаторы выставки попытались подобрать для экспозиции работы, которые никогда не были опубликованы в местных газетах. Не может существовать ни одно издание без репортажной съемки. Иногда не нужно бывает читать текст, главное посмотреть фотографию, а она все открывает. Вот. Ну а здесь мне, конечно, нравится больше всего, и мы поместили в самый центр эту вот работу, попытка номер 3, где показан ветеран, вероятно, прадед, вот, который так ласково общается со своим правнуком. Ценных работ в закромах у ивановских фотокоров нашлось почти полсотни. Это и понятно. Ограниченное пространство газетной полосы никогда не сможет вместить все фотографии. Увидеть привычную красоту непросто, но задача фотографа – поймать тот самый момент, который расскажет о событии больше, чем любой текст. Сделать обычные снимки людей, которые участвовали в мероприятиях, слишком просто, да и неинтересно читателям. Мне, как пишущему журналисту, большей части пишущему журналисту, интересно, как соревнование с самим собой, то есть снимками передать больше, чем текстом, потому что фотография репортерская, она не иллюстрация текста, должна быть сама по себе рассказом. На открытии выставки не все фотографы смогли прийти, слишком загружены работой. Это неудивительно, труд в ежедневной газете требует много внимания и сил. И все ради того, чтобы глазами фотокоров ивановцы смогли увидеть события городской жизни. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.